Всем коннект, леди и джентльмены, вы на канале Кик, и с вами, как всегда, Каспер. Давно не было видео на программном уровне. Сегодня в данном видеоматериале я расскажу вам и покажу, как исправить ошибки жесткого диска. Вы заходите там в мой компьютер, открываете жесткий диск, и у вас начинает эта зеленая полоска наверху, где вот эта адресная строка, долго-долго грузится, прогружаться. Чтение данных как будто идет долго, но вы просто открыли жесткий диск, и эта зеленая полоска пошла, и она долго грузится. Если не совсем убитый жесткий диск, и вы проверяете через какие-то программы, пусть это будет там какой-нибудь Sentinel Pro, Disk Mark или Crystal Info, вы проверили свой жесткий диск, у вас все нормально, и я покажу сегодня, как можно исправить эту ошибку, долгую зеленую загрузку полоски. Погнали разбираться. Вот, вы открываете компьютер, открываете жесткий не SSD, а жесткий диск свой, HDD, и у вас вот здесь идет долгая такая зеленая полоска. Она идет, грузится, никак загрузиться не может. Так вот, как это исправить? Что нужно сделать? Открываем командную строку от имени администратора. Либо вводим в поиске, либо нажимаем Windows R, выполнить, лазит окно. Пишем по-английски CMD. CMD. Все, запускается. Командная строка от имени администратора. Отлично, то, что нужно. Так, я сейчас перейду на телефон, потому что если я буду снимать в OBS, я сейчас запущу команду. После этой команды у меня крашнется OBS. Сейчас я перейду на телефон. Дальше буду пока показывать с телефона. В командной строке вводим следующую команду. CH. К, Д, С, К. И здесь вводим букву вашего диска. У меня это D. У вас это может отличаться. Жесткого диска. Не это SSD, это жесткий. Вводим букву D. У вас это может быть E, F, не обязательно D. Но по дефолту всегда либо D, либо E. D, двоеточие, слэш, F. И нажимаем Enter. И запускается проверка. Все, пошло сканирование. Может у вас пойти сканирование не сразу. У вас может... Смотрите, сейчас диск заблокирован. Вот, если зайти в компьютер, то он заблочен стал. Не пугаемся, ничего, ваши данные не пропадут с него. Просто он сканируется на ошибки. Итак, у меня сканирование прошло сразу. У вас может там выдать, что что-то используется. Нужно нажать Yes. Либо No, если мы не согласны, нужно нажать Yes, Y, что вы согласны, и что там все отключится, и диск отключится во время сканирования. И нас встречает следующее такое окошечко. Невозможно выполнить команду чешка DSK на этом томе, так как том используется другим процессом. Чтобы запустить проверку диска, следует отключить этот том. Все открытые дескрипторы тома будут далее неверны. И нажимаем Yes, то есть Y по-английски. Соглашаемся, нажимаем N. И после этого система начнет проверку раздела на наличие ошибок. Если они будут обнаружены, утилита попытается их исправить в автоматическом режиме. Вот мы можем видеть здесь полный отчет, что была проверка, и в конце Windows проверила файловую систему и не обнаружила проблем. Дальнейшие действия не требуются. У вас же может быть написано, что Windows обнаружила проблемы, там ошибки, и исправила автоматически, либо все такое, исправила их, и также дальнейшие действия не требуются. Вот написано, сколько байт всего проверено, и всего проверено. Сейчас перейду на OBS обратно. Не теряемся. Так, все, я вернулся сюда. Вот у вас будет проверено. Если обнаружены ошибки, у вас все автоматически справится, и будет написано, что дальнейшее действие не требуется. И во время сканирования, как я и сказал, будет том диска заблокирован. После сканирования он появится, и у вас ничто никуда не денется. То, что было на вашем жестком диске. То есть все файлы, они не удалятся, все останется на месте. Все, что было, все останется, не переживайте. После проверки можете закрыть командную строку. Если перезагрузите компьютер, там, скорее всего, навряд ли, но может выдать там тоже пойти запуститься команда chkdsk, и там не нужно нажимать пробел, не нужно скипать, пускай он проверит диск, но скорее всего навряд ли она запустится при перезагрузке. Это было раньше, сейчас вроде она не запускается, и чтобы ее запустить не через из-под Windows, а если так скажем, при перезагрузке компьютера маленько нужно другую команду ввести. Все, вышли из
закрыли командную строку, заходите и проверяете свой жесткий диск, он должен открываться моментально. То есть должна пропасть эта бесконечная загрузка, либо очень долгая загрузка чтения данных. Зеленая полоска должна открываться быстро. Вот. Получился такой краткий гайдик на программном уровне. Сегодня с вами поговорили. Наконец-то вы уже соскучились. Надеюсь, я вам помог. Напишите, помог вам способ или не помог. Черканите комментарии. Все комментарии читаю. Кому чем смогу, тем помогу. Также не забывайте залетать на Boosty. Подписывайтесь, там программное обеспечение. Надеюсь, думаю, следующий ролик мы с вами поговорим про такие программы, как проверить жесткий диск, посмотреть его состояние. Вот. Подписывайтесь на Boosty, подписывайтесь, залетайте в Telegram-канал. Ставьте лайки. Еще даже если вам не помог, посмотрите, какая температура вашего жесткого диска через программу AIDA. Нормальная температура считается где-то в районе плюс-минус от 30 до 40 градусов. Но это даже до 45, может быть, до 48. Ну, до 40. 48, это, мне кажется, уже многовато. 40 градусов вполне нормально. Обычная температура жесткого диска. Если выше там 48, то уже где-то 50 и больше, то уже надо задуматься. Это уже ненормально. Ставьте лайк цифровой обязательно. Пишите комментарий. Либо ставьте дизлайк, если вам не нравится компьютерная тематика и дневник хакера. А с вами, как всегда, был ваш Каспер. Честь имею. Пока-пока.